Сегодня в Гомеле завершил работу совет керовников методичных служб установ культуры. На протягу двух дней обмерковывались выники работы галины, разглядались планы на наступный год. Подробности в наступном материале. Подтримать социально значные инициативы по развитию культуры и захования спадщины сегодня это бодай одна из главных задач методичных центров. Причем, размова идет о пропановах, которые поступают не только из державных установ. Подтримливать будут и мастацкие коллективы, которые створены на предприемствах и ремесленников. Для народных майстров сегодня такая подтримка особливо актуальная. На рынке появилось шмат низкоякостных и танных сувениров. Конкурировать с ними продукции майстров практически немогчимо. И медицинская сторона вклинилась сюда. В нашу жизнь. Поэтому, есть определенные трудности, но мы просто как бы надеемся, что все-таки народное творчество и народное искусство, оно имеет право жить и оно должно быть. У планах установ культуры на наступный год проведение конкурсов побытовых танцев, семейной творчести, народной музыки, оркестров и вокальных ансамблев. Плюс свято-кермаш древомайстерства и два великих фестиваля – Аутики у Калинковицким районе и Берагиня у Октябрьским. Правда, их проведение запланировано у основным на летний осенский период, когда эпид-ситуация повинна полепшиться. У этом ходе она унесла значные коррективы у першопочатковые планы. Большинство конкурсов и фестивалей прошли у виртуальном формате. Последний областной конкурс был театра «Сфера», и мы жюри вели работу по видеоматериалам. Конечно, как можно определить и оценить уровень? Это не та атмосфера, то, что ты находишься или смотришь вживую эту театральную постановку и по видеоматериалам. Но, тем не менее, вынуждена эта ситуация, казалось, и, конечно, тем не менее, в таких условиях мы работаем. И довольно-таки успешно. Олег Сенцеров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».